Один из национальных символов Пакистана – горный винторогий козел или мархур, что в переводе означает «поедатель змей», находится под угрозой исчезновения. Еще в 1994 году его популяция составляла менее 2500 особей, и Международный союз охраны природы внес мархуров в список вымирающих видов. Теперь за сохранность винторогих козлов радеют служащие заповедника в Читрале. Полюбоваться этими грациозными и горделивыми животными можно зимой, когда они начинают спускаться по крутым горным склонам в поисках пищи. Видите эту гору? Летом они остаются на ней, поскольку там много растительности. Но зимой, когда на высоте сильный снегопад и пищи становится мало, они приходят сюда. У мархуров ценится мясо и рога, которые используют в лекарственных целях. Чрезмерная охота на них, а также расширение поселков способствовали сокращению популяции. Международный союз охраны природы и отделение по защите дикой природы провинции Хайбер-Пахтунхва создали программу сохранения винторогих козлов. Их оберегают от браконьеров, однако разрешают отстрел в сезон охоты. Правда, не более 12 особей. Разрешение на охоту стоит дорого. Когда мы ввели программу трофейной охоты, первый билет на охоту в Читрале был продан за $5000 США. Постепенно в течение многих лет мы повышали стоимость и к 2010 году подняли ее до $95000. Часть денег, вырученных за охотничьи лицензии, поступает в местное сообщество, участвующее в охране винторогих козлов. Другая часть передается правительству страны. Самая большая популяция мархуров в Пакистане, но встречаются они и на северо-востоке Афганистана, на севере Индии и в других местах. Преподавательница из местной поселковой школы привела учеников на экскурсию, чтобы показать им этих удивительных животных и рассказать о необходимости оберегать их. В Читрале есть большой потенциал для диких животных. Здесь обитают примерно 2000 винторогих козлов. Иногда спускается с высоты снежный барс, и люди могут увидеть его. Это очень редкие виды, и есть настоятельная необходимость сохранить их. Мархуры – сильные животные с мощными крепкими ногами и длинной лохматой шерстью. Но главная отличительная черта – это большие винтообразные рога. У самцов они могут достигать 1,5 метра. Возможно, свое название «мархур» или «змеиед» эти горные козлы получили именно из-за формы рогов, поскольку змеи они все же не едят, питаются исключительно растительностью.